Скажите, пожалуйста, значит, неделю назад в столице прошли парады ревности, как они их называют, гей-парады в простонародье. Что вы в августе намечается в Одессе? Что вы по этому поводу думаете? Не надо, пусть будут в Киеве. В Одессу не надо гей-парады проводить. Пусть все адекватные люди живут. Пусть они проводят в Киеве свои гей-парады, еще где-либо, но не в Одессе. Ясно. Спасибо за ваше мнение.